победы — это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют строй солдат. Что такое день победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпая стами тут. Что такое день победы? Это песни за столом. Это речи и беседы, это дедушка и альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое день победы? Это значит нет войны.